Так. Запасный выход есть, да? Зенитки это, конечно, хорошо. А вот то, что у меня 34 патрона и больше нет ни хрена, вот это плохо. Дайте какой-нибудь этот ящик с патронами. Блин. Кажется, я плохо себя вел. Простите, я плохо себя вел. Я плохо себя вел. О боже, я плохо себя вел. Я плохо себя вел. Я бросил ее в огонь. Я бросил ее в огонь. Я плохо себя вел. Сэр! Сэр! Вам больно? Сэр! 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 Прости. Да. Что теперь? Теперь я иду за тобой. Выбирайте дорогу и уничтожьте нитки, чтобы мы могли приземлиться. Ну, хотя бы. Да что с тобой, друг? Там вообще этот. Короче, им всем хорошо. Я так понимаю, это вот тот самый спецназ, у которого автономные штуки стоят по распределению нектара-то. Так, а как ее уничтожить? Или это не оно? Да нет, это, по-моему, не оно. Это вот точно оно. Что это такое было? Я ж тут всех убивал уже. О, блин. Да, бля. Я понял, что дробовик на таком расстоянии не действует. Да-да-да. Да блин, откуда у вас столько? Еще! Что вы что? Вы там респаетесь, что ли? Смотри, еще прет.
и все-таки, как эту хрень уничтожить? Вот, что меня интересует теперь. Здесь никакого выключателя нет. Блин, да ты заебал. Откуда он здесь взялся? Давно сидел, ничего не говорил. Не вариант, не вариант. Не вариант. А, я понял, слушай, их надо типа не отключить, а захватить. И тогда они перестают стрелять. Ты охренел. Верни назад. Я не на ту кнопку нажал. Было. Игра гениальна. Просто гениальна. Так, а теперь мне вон туда, там зениточка. Я попал. Ну где ты, сука? Выполнил не так. Решил я все-таки прокатиться. Прикольно. Так, вертолет, вертолет. Как к вертолету топать? Наконец-то вертолет. Ну и что? Охереть, как весело. Ни диалога, ни хрена. Приготовьтесь к последнему штурму. Что? Это еще не конец? Серьезно? Я помню время, когда мы с вами были соседями, были друзьями, дружили семьями. Когда началась война, нам пришлось измениться, стать другими. Теперь мои соседи стали моими солдатами. Я мечтаю, чтобы наши дети спрашивали: «Папа,
а что такое война? Но пока мы воюем за то, чтобы это сбылось. Поэтому ночью мы атакуем, или нам никогда больше не стать соседями, друзьями, родственниками. Нихера себе. Будем сражаться. Ну ты музыка. И будем убивать. Конечно. Чтобы никогда больше не быть солдатами. Тебе случайно писал этот речугу не пиар-менеджер Жириновского? С ними, мой друг? Да. Беззащитный. Точно. У нас дождик пошел. Мы сможем поразить их в самое сердце. Моя армия готова. Они больше не под Нектаром. И не станут нападать. Не станут. Кто убил спьяну, останется убийцей, даже протрезвев поутру. Каждого из этих солдат ждет дома мать. Их матерям должно быть стыдно! Шейн, выслушай меня. Я рассказал тебе лишь одну из сотен историй, в конце которых смерть моего народа. Но сегодня мы узнаем вкус мести. Лишь немного для своего успокоения. Прошу, помоги мне вернуть свою страну. Помоги моей армии. Хорошо. Но если отомстим ночью, кем мы будем поутру? Свободными людьми. Сэр, я боюсь сражаться. Друг мой, твое чувство... Прими нектарчику. Лишь химические реакции мозга. Это животный инстинкт. Не слушай его. Понятно. И ты обретешь храбрость. Слушай, как зациклили. Давай, а? Шейн, нет, сюжет в игре, он гениальный. Он очень глубокий на самом деле. То только что он начал разговаривать, как тот, блин, как уж его, полковник, сержант, хрен его знает, в самом начале игры. То есть, по сути-то, они не отличаются. И этот убийца, и тот убийца. И оба они наркоманы, потому что получают удовольствие от самого процесса. Это очень даже глубокий сюжет. Шейн, ты меня слышишь? Как обычно. Вот что надо сделать. Попасть на борт и отключить сеть защиты, чтобы выстрелить нашей ракетой по этой штуке. Хорошо, но как нам попасть внутрь? Я надеялся, что ты знаешь. Спасибо за доверие. Послушай, возможно, и получится попасть до чаще из грузового отсека. Но сначала нам нужно будет перерезать кабели, чтобы отключить Зенон. Это непросто. Другого выхода нет. Но сначала надо будет отключить защиту. Ты чё? Откройте дверь за ним. Да надо... Я вообще не знаю, что это. А, ну вот. Скажем. Вы бы хоть бы подсвечивали, куда стрелять-то, ё-моё. Здесь все такое одинаковое, что я вообще ни хрена не различаю.
Ну тут-то понятно. Пушки-то понятное дело, что надо. Это довольно-таки сложно. Да, мне. Мне-то конкретно что делать, я не понимаю. Я же не управляю этой тачкой. Блин. Это такая упоротая хрень здесь творится. Я, он наконец поехал. Ты изволил, как идет. Всех убью. Так, а патронов уже нету. Всех убью. Что мне до сих пор непонятно, каким образом он подгоняет патроны от дробовика к автомату. Ну, не знаю. Да блин, мужайся-то мужайся, только я не знаю, блин, куда дальше идти. Можно вот сюда было пойти. О, как-то меня тут накрыло неплохо. Я так понимаю, я на этом нектара насосался. Теперь меня то ли попустило немножко. Кажется, да.
Поставим, поставим. Обязательно поставим. Так, а почему мне надо спускаться вниз? А, то есть это вот одно крыло мы зачистили, сейчас там это, надо второе крыло зачищать, да? То есть надо возвращаться и идти зачищать второе крыло. Ёп, перный карась, это не очень. Ох ты, ёп. Будем. Сейчас я только патрончиков подсобираю, и мы пойдем драться. Да блин, что ты допустим. Мне нужны патроны. Круто. Я думаю, спрыгивать нет смысла. Куда-то я вообще могу куда-нибудь? Да, могу. То есть мне не надо во второй крыло идти. Ну это хотя бы радует. Кнопочку вижу. Мне туда надо, не надо? Я думаю, не надо. Ну, вообще красиво. Типа авианосец капутный. Это реально крутая штука. О! Так, а дальше куда? Так, нашел я где. Вот сюда нам нафиг надо варить. Похоже, Мэнгел прислал отряд зачистки. Да, у нас тут тоже 15. Будь осторожен, я уверен, ты у них в списке целей. Ага. Это тут прямо всех покрошили. Нет, по-моему, недалеко от рубки. Я буду держать тебя в курсе. Я в рубке. Хорошо.
Как ты собираешься отключить защитную сеть? Там где-нибудь есть выключатель? Если бы. Нет, тут 4 сервера. И если я смогу перезагрузить их по очереди, этого должно оказаться достаточно. Удачи. Что теперь? Так. Попробуй-ка вот это, перебежчик! Защищайте взломщика, пока он что-то там делает. Уровень защиты 75%. Сбрасываем гранаты! Уровень защиты 50%. Это хорошо. Сука! Убили, блин. Сколько мне придется монтировать это говно? Это просто ужас какой-то. Я уже так устал. Я в рубке. Как ты собираешься отключить защитную сеть? Там где-нибудь есть выключатель? Если бы. Нет, тут 4 сервера. Если я смогу перезагрузить их по очереди, этого должно оказаться достаточно. Удачи. Так, ладно, и где тут еще? Так, защищайте взломщика. Защищайте. От кого? Сбрасываем гранаты! А вот и эти сволочи. Давай. Ой, блин, убьют. Что-то они тут. Уровень защиты 75%. Это что такое было? Меня опять нектаром накрыло, да? Давай, 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 братья. Живи. Это наш. Тут непонятно, кто за меня, кто не за меня. Уровень защиты 50%. Это должно его слегка взбодрить. Угу.
Ой. Уровень защиты 25%. Сбрасываем гранаты! Блин, они от гранат отпрыгивать умеют. Нет, нормально, это ты и искусственный идиот, то бишь. Держивайте позиции. Мне придется подняться на мостик и самому их отключить. Из-за тебя умерли многие. Сегодня твой день. Ой, они все орут и орут, орут и орут. Вот придурки. Ни шагу назад. Джихад. Я собираю патрон, потому что я думаю, что меня сейчас там будут встречать. Ну, вроде должно хватить. Так, куда теперь? Поднимусь, говорит, на мостик я, сказал он. И пошел. Не сюда. Пошли! Вон туда. Нас не остановить, если мы будем вместе. Конечно. Братиш, я всегда за тебя. Опять нектаром. Открыло. Помните, что обещали Мерино? Помните, братья? А, вроде попустило. Так, вы издеваетесь. Это я столько пер и просто так. Мне надо было подняться наверх и там пройти. Блин, какой упоротый маркер все-таки, а? Где-то тут были патроны, я видел. О, наконец. Там еще были патроны, ну да ладно. Пошли. Здесь бы мне пригодился, конечно, огнемет. Сука, твою мать, падла такая. Ой, извини, я тебя принял за другого.
Бьемся, бьемся, обязательно. Победа будет за нами! Думаю, нам вперед. Я избавлю тебя от страданий, ты все равно наркоман конченый. Так. Блин, я здесь бегал уже. Хрен знает сколько времени. Мне даже пришлось на ютубе, блин, у заграничных своих коллег-летсплейщиков посмотреть, что надо делать, чтобы протиснуться здесь дальше, потому что ни хрена не понятно. На самом деле, вот этот вот свитч, который встречается за игру один единственный раз, вот тут вот, его, оказывается, нажать надо. И опустится платформа, блин. Вот тут вот без, как говорится, без прохождения я бы ни хрена так бы никогда бы не подумал, что вот эта вот хрень юзабельна. Какой-то ужас. Так, ну нас сейчас поднимут, да, что ли? Или нет? А. Доберитесь до мостика и введите последнюю команду, чтобы отключить. Я так понимаю, это где? Где тут мостик? Стрелок на подходе! На помощь дерется Самирио! Какой-то сержант удерживает мост. Отряды Альфа и Дельта, выкурите его оттуда. Вы стучитесь не в ту дверь, засранцы! Меня так просто не взять! По-моему, не надо нам. Черт возьми, Дювай! И я не ошибка, которую можно исправить вашими грязными ручонками! Получилось! Давайте! Я на палубе! Тебе нужно сбить вертолеты! Там есть все нитки! Ты мог бы их использовать! Выполняю! Так, отразите нападение вертолета. Блин, у меня нет патронов для этой штуки. А очень жаль. Так, есть гадзенитки, ты можешь их использовать, где... А, вот эти вот. Ну, понял. А как им и пользоваться? О! Эй, Рея, сливай их! Так, одного сбил. А еще есть? Там. Эй, Дюбай! Ой, блин, этого только не хватало еще. Я пытаюсь. Плохие новости. Наша ракета уже запущена. Надо бежать на мостик и остановить Куликова, или ракета промахнется. Но я же буду на борту. Не волнуйся, я тебя вытащу. Главное, остановить. Это интересно, каким образом? Так, рулевой, рулевой. Это где-то там. Надо найти вход. Вход где-то тут, где лесенки. А, вполне возможно, вот по этой штуке надо подняться, да? Ну да. По-моему, это самоубийственная, сука, миссия, твою мать. Да что ты сделал, ты придурочный. Так,
патронов должно хватить, по идее. Убей как можно больше! Ты куда собрался? Эти звери трусливые даже с собой совладать не могут. Теперь я капитан. И куда захочу, туда и поеду. Никуда ты уже не поедешь. Остановись. Путь в мою семью для тебя уже закрыт. Ты убил моих ребят. Ты же сейчас не под нектаром. Незачем тебе с ума сходить. Ты можешь быть нормальным. С ума сходить? А что мне, обучаться борьбе за правое дело? Вступать в боевое братство, давать присягу, а потом всех предавать и убивать по своей прихоти? Так что ли? Вот это уж точно сумасшествие. Я всегда старался тебя защитить, а тебе стукнуло что-то в голову, и раз, весь мир не прав, а ты прав. Нормальность, приятель, понятие статистическое. Если 99 людей из 100 ведут себя так, то это нормально. Правило большинства. Так что это ты не прав, приятель, ты! Но здесь нас только двое. И как узнать, кто прав? Кто из нас выживет, тот и прав. Ну давай, давай. Пошел ты. Ты с ума сошел? Ты убил людей, которые вынесли тебя из обломков. Они нас не спасали, а взяли в плен. Все. Этот был самый простой босс. Как всегда, тут концентрирует внимание на предсмертной агонии. Пожалуйста, не говори моей матери. Хорошо. Шейн, ракета приближается! Возвращайся на палубу! Скорее! О, он все-таки прилетел за нами. Да ты че? Я думаю, он тут бросит все-таки. Вот, я был практически уверен, что он бросит его. ФПС проседает от дыма и от вертолета. Ой, сейчас будет красиво. Блин, опять ФПС проседает. Ну-ка, 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 где? Что-то я не увидел саму ракету вообще. Ой, ФПСик-то. Где-то кадров 20 в секунду. Ну, плойка не тянет такой божественный графон. Поздравляю, друг мой. В моей стране всегда рады видеть героя. Похоже, они сделали нашу работу за нас. Думаю, уничтожить перевозчик было самым безопасным. Верно. Но эта машина не самое мощное оружие, что было в руках Ментал. Самое мощное — это нектар. Ты это о чем? Позитивность, оптимизм — вот истинная мощь, которая укрепляет государство, сплачивает людей. Не кажется ли тебе, что если наркотик может придать моим людям такие качества, то не так уж он и плох? Просто он попал не в те руки. Я помножу его на свободную волю. Что? Ха-ха! Не беспокойся так, друг мой. В руках злодеев оружие опасно. Конечно, конечно. Ментал — настоящие мерзавцы, так ведь? А мы нет. Да, они да. Просто животные. Блин, сюжет очень-очень глубокий. Я таких сюжетов могу пересчитать вообще по пальцам.
Это сюжет для очень крутой RPG-шки. На самом деле. Мне понравилось. Сама игра хрень полная, но сюжет понравился. Так что на один разок вполне себе достойно. Ну а на этом я прощаюсь. До встречи в других прохождениях.